Всем доброго времени, мои дорогие. Сейчас мы будем делать такой ритуал. 33 несчастья врагу отправить, чтобы враг болел, мучился и страдал. Сейчас здесь у меня фотка одной пидораски, простите за такое, да, выражение. Будем отправлять ее на курорт в больницу. Вы сейчас будете представлять своего врага, вот. И сейчас просто называйте его имя. После этого ритуала врага начнут досаждать всякие проблемы. Враг будет болеть, враг будет мучиться, враг получит по заслугам, враг напрочь будет обезврежен. Но опять же, да, вернемся к главной части ритуала. Я не буду вам показывать фотку этого человека. Но когда я буду заматывать все нитками, я положу это все на стол. Смотрите, здесь порча сильная. Некоторые практики не берут ее в счет, но она достаточно молниеносная и разбивает человека. Вот, вражина будет болеть. Сейчас вы будете представлять своего врага. Эта порча очень сильная. Вот, и она устраняет врага, ну, чтобы вы понимали, может быть, где-то в течение 5 дней. Сейчас, минуточку, я напишу кое-что. Вот, здесь порча очень такая серьезная, достаточно, да? То есть, и она первое, что бьет по здоровью, бьет по вообще физическому, ментальному, психическому, бьет по деньгам, даже может ударить и по детям, да, в зависимости, насколько враг перед вами виноват. Но напоминаю, господа, что сейчас вы можете в уме, в голове держать то, что вы желаете этому человеку, и просто называть его имя. Повторяю, что ритуал сильный. Сейчас вспоминайте врага, представляете, что вы ему желаете. Не каждые практики могут делать этот ритуал, либо делают у них, получается, от манды, либо откатывает, ну, им. Смотрите, за этот ритуал вы оставляете откуп. Обязательно он здесь нужен. Понимаете, да, о чем я говорю? Ладно, перейдем к этому потом. Просто сейчас смотрите.
Голова, сука, загорелась, блядь. Блядина. Голова будет болеть. Блядина. Блядь. Черную ведьму злить — это себе гроб копать, сука. Блядь, башка прожжённая, пидораска. Ну, пидораска. Так, сейчас представляем своего врага. Понятно? Думаем о враге, представляем своего врага. Сейчас буду мотать крест-накрест. Потом буду втыкать иголочки. Окей? Никуда не торопимся. С каждой иголочкой... Вот, ну, я вам потом скажу. Будем говорить, что мы желаем врагу. Понятно? Думала, защиты помогут, да хуй тебе на рынок. Сейчас я буду втыкать иголку с каждой иголкой, и вы будете говорить, что вы желаете врагу своему.
Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, в больницу попала, слегла. Да будет так. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, нищей была, да будет так. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, со всеми родственниками разругалась, да будет так. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, покоя не знала. Да будет так, всегда страдала. Не беду тебе, не иглу тебе вселяю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, все деньги растеряла. Да будет так. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, с детьми по больницам бегала. Да будет так. Три иголочки у нас еще осталось, да? Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, ночами не спала. Да будет так. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, чахла. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, болела целый год. Так, смотрите, здесь вы представляли своего врага. Так, где мой второй телефон? Вы представляли здесь своего второго врага, да? Вот еще, да, одна игла, еще одну иглу ей воткну. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, жилья лишилась. Да будет так, заклято. Так, смотрите. Здесь вы посмотрели ритуал, за него надо оставлять откуп. Сейчас это все у меня догорит, я пойду оставлять это где надо. Кто может, кто знает, оставляйте откуп сами по всем правилам. Кто не может, кто не знает, ну, знаете, здесь уже, конечно, оставляете через ведьму, то есть, да, через меня, потому что здесь как бы ритуал 33 несчастья наслаты на врага, мы не можем это все просто так смотреть, это здесь чревато, ну, хорошим откатом, поэтому посмотрели, да, все как бы посмотрели, оставили откуп. Это важно, это важно. Вы должны понимать, что такое, да, магия. Вот, и вообще, что это такое? Вы должны это знать, вы должны это понимать. Поэтому вот так вот. Посмотрели и оставили. Посмотрели, оставили. Кто сам, оставляйте сами по всем правилам. Кто не может, ну, оставляйте уже через меня. Всем желаю здоровья, всего хорошего, до свидания, всем благ.